Здравствуйте, дорогие друзья! И хочется с радостью продолжить общение со всеми, кто смотрит мой канал, со всеми, кто жаждет правды, ибо в Библии написано, что люди, жаждущие и алчущие правды, они насытятся. И сегодня мы будем смотреть правде в глаза, как обычно. Сегодня мы будем разбирать Божье Слово. И тема, на которую я хочу сегодня поговорить, она называется очень радикально «По следам безумных пророков». И когда я говорю эту тему «Следы безумных пророков», я хочу обратить внимание прежде всего на вот это с виду странное сочетание «безумные пророки». Кто такие вообще пророки? Пророки — это люди, помазанники, помазанные Богом для того, чтобы из их уст проистекало благословенное Божье Слово, которое призвано нас укрепить, утвердить, открыть нам грани будущего нашего вхождения в землю обетованную, да, и так далее. И как же призванные Богом пророки, помазанники Божьи, могут стать безумными? Откуда я вообще взял эту формулировку, что пророки могут стать безумными? И я сегодня хочу поделиться с вами. И во втором послании Петра, во второй главе, в 15 и 16 стихе, ну и вообще во всей этой главе, там сказано о таких людях. Могут ли вообще Божьи помазанники быть безумными? И если они становятся безумными, перестают ли они быть Божьими помазанниками? И вот Библия отвечает нам предельно на эти вопросы. Этим вопросом нет конца. Люди постоянно спрашивают, ну если это такой безумец, если это такой плохой человек, если это такой нечестивый человек, может ли через него действовать Божье помазание? Может ли он благословить своими устами кого-то? Могут ли действовать через него дары Духа Святого, если он такой нехороший человек, если он такой нечестивый человек? И оказывается, Слово Божье нам говорит сегодня, что конечно может. Конечно, может. И более того, Слово Божие нам говорит, что пророки Божьи, они могут быть безумными. И от этого они не перестают быть пророками. Давайте почитаем второе послание Петра, 2 глава, 15-16 стих. Здесь говорится о причинах того, как происходит, что пророки могут стать безумными. И вот написано. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». И дальше написано. «Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила, внимание, безумие пророка». И здесь я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, на какие-то ключевые слова в этой истине. Во-первых, здесь написано, что эти люди, то есть люди, о которых здесь говорится, что они идут по следам вот этого безумного пророка, которого звали Валаам. Сегодня я в основном буду говорить за этого человека. И здесь написано, что они оставили прямой путь. Дальше написано, они заблудились, и дальше написано, что они, когда пошли по следам Валаама, этому есть причина. Они возлюбили мзду неправедную. То есть, что такое мзда? Ну, это взятка, это деньги, это корысть, это личный мотив, это я, мне, мое. И вот из-за этого они оставили прямой путь, заблудились, и пошли по следам вот этого нечестивого человека, который увековечен в Библии. И имя его, оно, ну, носит за собой вот такой нечестивый оттенок, негативный. Дальше здесь в 16 стихе говорится, что этот человек был остановлен, его безумие было остановлено, когда бессловесная ослица заговорила с ним. И здесь написано, что он был облечен в своем, внимание, беззаконии. Чуть-чуть подведу итог вот этому месту Писания. Еще раз. Оставил прямой путь, заблудился, начал делать беззаконие и впал в полнейшее безумие. И все это
Бог в жизни этого человека остановил через ослицу. И что за причина была внутри этого безумного пророка, которая заставила его вот это вот сойти с прямого пути, заблудиться, впасть в беззаконие, впасть в безумие? Библия нам отвечает: у него просто в его служении появился внутренний, личный, корыстный мотив. Здесь это описывается как взятка, деньги, богатство. Но чтобы понять, что именно владеет сердцами безумных пророков, я сегодня хочу показать эту историю и ответить вот буквально по пунктам, куда ведут следы вот таких безумных пророков. И хочется спросить, так что же натворил этот Валаам, что его имя сквозь века приводится в пример? Что даже здесь говорится, что есть какие-то люди, которые в Библии в 14 стихе, в этой 2 главе 2 Петра, называют сынами проклятия. И здесь написано, что какие-то люди по сей день, вот эти сыны проклятия, оставляют прямой путь, идя по его следам. Пророк, который стал образцом безумия для всех верующих людей, для всех служителей, считающих себя призванными Божьими помазанниками. Вот Библия нам говорит, что есть определенный способ, как помазанник может просто лишиться разума, впасть в беззаконие. И здесь говорится об этих следах. Сегодня мы рассмотрим эти следы. Что наделал этот Валаам? Перестало ли работать Божье помазание и дары в его жизни, когда он впал в эти вещи? Каким образом помазанник Божий докатился до такого состояния, что его имя приводится в пример как сына проклятия? Дальше мне бы хотелось, читая это место Писания, спросить, так все-таки ослице удалось изменить жизнь этого человека? Заметьте, что мы, о чем мы сегодня говорим, что Божий помазанник, который слышал голос Божий, дошел до такого, что ослу пришлось с ними говорить, с этим человеком говорить. Причина внутреннего корыстного мотива, она так сильна в таких людях, она так владеет умами этих людей, что Богу приходится поднимать каких-то бессловесных ослов, чтобы разговаривать с этими людьми. Вы знаете, дорогие друзья, что хочется пошутить на эту тему, что некоторые ослы иногда понимают, куда ведут следы этих пророков безумных, но иногда люди не понимают. И разбирая историю этого безумного пророка, он не был изначально безумным, он нормальным был, он не был неадекватным или каким-то умственно отсталым человеком. Это был человек с очень могущественным служением, о чем мы сегодня увидим. Вся эта история содержится в книге «Чисел», 22-24 глава. Но вот в чем была история. Жил человек по имени Валаам, он был пророком, Божьим помазанником, причем его служение было оно достаточно могущественным. Почему я так говорю? Потому что история эта повествует нам о том, что к нему для решения внешнего политического вопроса обратился царь государства, в котором он на тот момент жил. Здесь написано, это был Моавитский царь. И какой внешнеполитический вопрос захотел решить царь? Царь обратился к Валааму, как к человеку именно Божьему, о котором было известно, что он то, что говорит, сбывается. Вот знаете, есть помазанники, которые вообще себя позиционируют, что все, что я говорю, оно сбывается, оно всегда сбывается. И о нем знали такие вещи, он был очень авторитетным, Бог дал ему этот авторитет. И здесь говорится, что Моавитский царь, Числа 22, стих 6, попросил у него кое-что. Сейчас мы разберем, что попросил. Но в словах, с которыми он обратился к этому пророку, здесь были такие слова. «Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». А что требовалось от Валаама? Ну, кто читал Библию, знает эту историю. Еврейский народ подошел вплотную к этому моавитскому государству. И воля Божья была такова, чтобы израильтяне вступили в войну с этим народом, как
Божий карающий фактор. То есть этот народ должен был быть уничтожен. Мы сегодня не будем разбирать эти причины, но сейчас на сцене действий вырисовывается вот такая картина. Один народ, Божий народ израильский, приходит с войной на другой народ. Языческий, моавитский, которые поклонялись там, Ваалам, идолам разным. И царь языческий очень испугался. Написано, моавитский царь, он понял, он даже там был диалог между другими политиками, и он говорит, этот народ, он нас съест. Он реально все сметает на своем пути. И они поняли, что у них нет таких сил, чтобы противостоять этому народу. И они решили прибегнуть к сверхъестественной помощи. При этом на ум этому царю приходит большой человек с огромным Божьим авторитетом, которого Бог призвал для того, чтобы изрекать Божьи пророчества, видеть видения, как мы увидим из этой истории. Царь послал к нему и говорит, я знаю, вот этот евреи подошли вплотную к нашему городу, но я знаю, если ты только скажешь слова, твои слова всегда сбываются, мы это уже видели не раз. Если ты только проклянешь этот народ, если ты только проклянешь этот народ, скажешь одно твое помазанное слово, я знаю точно, нам ничего не будет угрожать. Этот народ нас не одолеет. Мы победим. Я хочу еще сказать несколько слов за служение вот этого самого Валаама. Дело в том, что вся эта история описывает, что Валаам, он выходил и под действием Божьего Духа, то есть под водительством Бога, там еще написано так, что Бог вложил в него эти слова, он говорил благословение на Божий народ вместо проклятий. Из этого давайте порассуждаем, я делаю лично такой вывод, что Бог изначально предназначил, то есть написано, что он ничего не делает, не открыв прежде рабам своим пророкам. То есть Бог, он хотел, чтобы когда израильский народ будет входить в это царство, это было как часть их пути, часть их наследия, он хотел, чтобы пророк по имени Валаам изрекал вот эти Божьи пророчества, чтобы из-за его пророчеств было действие, ну то есть сбывалось это благословение. Это видел израильский народ. Ну, иными словами, он был в роли того человека, который должен был помочь израильскому народу войти в свое предназначение, войти в свой удел. Вот как мы видим из этой истории, его решил задействовать этот языческий царь. Чей это образ, решайте сами. Я сегодня рассказываю за то, как пророки становятся безумными. Я сегодня рассказываю о том, действует ли помазание потом на безумных пророках. И что из этого получается. Я хочу тебе еще вот что сказать. Валаам слышал Божий голос. Еще раз говорю. Это не был отверженный Богом человек. Он слышал Божий голос, причем слышал его настолько, что для него это было обычным явлением. То есть он легко разговаривал с Богом. Можешь ли ты похвалиться таким успехом в взаимоотношениях там, со Святым Духом, с Господом? Здесь описывается, что много раз Валаам вопрошал Бога. Много раз Бог говорил к Валааму. Конкретно первое в этой истории случай, когда Бог говорил с ним по поводу этой ситуации, он выглядел следующим образом. К Валааму пришли посланники от царя. Я неспроста рассказываю это так подробно, для того, чтобы ты видел, ну, если так вот есть такое выражение, лестница падения. Вот лестница падения этого великого помазанника. Она немножко отличается от падений простых людей, потому что это был человек с могущественным служением. И вот приходят посланники от языческого царя и начинают его убеждать делать то, что Бог не планировал делать по отношению к Божьему народу. Они пытаются убедить его проклясть Божий народ, то есть выступить как человек, через которого приходит проклятие. Ну, знаете, прежде всего хочу сразу сказать такую вещь. Само то, что этот человек, он задумался об этом, чтобы проклясть Божий народ, оно о многом говорит. И самое интересное, что здесь написано, числом 22 глава,
7 стих написано: «И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские с подарками в руках, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова царя, который их послал». То есть они пришли с подарками. И вдруг он им говорит: «Переночуйте здесь, я поговорю с Богом на эту тему, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». То есть ему было непонятно, что проклинать Божий народ, используя какие-то свои интересы. Он увидел золото. Разве он не знал, что Божий народ нельзя проклинать? Разве он не знал, что вообще в служении в своем, даже если тебе что-то непонятно, руководствоваться тем, что с тобой пришли говорить какие-то важные люди, или ты увидел возможность получения больших денег, само по себе, что с народом Божьим можно как-то обращаться не так, как надо, странно, что ему эта мысль заскочила в голову. Но мы читаем дальше. «И Бог не стал ждать, написано, пока Валаам у него что-то спросит». Здесь написано в 9 стихе, что Бог сам пришел к Валааму. Внимание! Пришел не сатана, не какой-то Ваал, не какой-то бес. Этот пророк был, еще раз вам говорю, дорогие друзья, он был Божьим пророком. И здесь написано, что Бог пришел к Валааму и начал с ним разговаривать. И Валаам сразу узнал его голос. И Бог спросил у него, знаете, я слышу строгость в этом вопросе, он говорит: «Какие это люди у тебя?» То есть Богу, ну если так можно сказать, не понравилось сам факт присутствия у него вот таких вот людей, которые пытаются ему дать какие-то деньги. Знаете, вот ему было приятно, что пришли целые князья его о чем-то просить. И это первый признак Валаама. Ему всегда нравятся большие деньги и всегда нравятся разговоры с важными людьми. И Бог у него строго спросил: «А что это за люди у тебя?» И Валаам, как будто он, знаете, объясняет Богу, как, ну, такие люди, он говорит: «Ну, это царь послал ко мне этих людей сказать, что как бы так вот решить этот вопрос, я хочу сразиться с евреями, но боюсь, и попросил меня выступить как источник проклятия для них». И здесь написано в 12 стихе: «И сказал Бог Валааму». И когда я говорю, что Бог Валааму что-то сказал на эту тему, теперь я хочу вам сказать, что все отношения с Богом у Валаама, я говорю о лестнице падения большого помазанника, который до последнего вздоха, дорогие друзья, слышал Божий голос и изрекал благословение на Божий народ. Он не перестал слышать Божий голос. Он не перестал двигаться в дарах. Ни одного дня своей жизни. Вот до самого конца он оставался, до конца этой истории, пророком. Я хочу это вам сказать. Он оставался помазанником до самого конца. И Бог говорил через него. Дары не перестали работать. И здесь я хочу сказать, что Бог заговорил, сказал свою волю Валааму, и я разделяю весь разговорный процесс, весь диалог с Богом Валаама в этой истории на как четыре ступени. И вот я вам сейчас показываю эти четыре ступени. В конце этого Валаам просто, вот как мы говорим, впал в безумие. Последние ступени Бог уже говорил с безумным человеком, но продолжал с ним говорить. И здесь написано в 12 стихе: «И сказал Бог Валааму». Это самый трезвый разговор у Валаама с Богом. «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Было дано два указания: не ходить с ними и не проклинать. Не только не проклинать, но даже не ходить с ними. Потому что Валаамы всех времен, они любят ходить с князьями, с царями, с политиками, они любят очень сильно вести с ними переговоры, там что-то решать по поводу церкви. Запомните, дорогие друзья, есть такие признаки, что когда помазанник Божий начинает любить разговоры с политиками, вот он все время с ними что-то обсуждает по поводу церкви, он начинает что-то там с ними решать с деньгами, за этим всегда начинает стоять
Вот когда он это любит, когда он от этого не может отлепиться, когда он вокруг этого все время ходит кругами, за этим всем стоит вот этот момент, о котором мы читали в послании Петра. Он любит это. И всегда это является следствием угрозы проклятия для Божьего народа, как мы видим из этой истории. И тут написано, что Валаам вышел к ним утром и сказал такие слова: «Бог не хочет позволить мне идти с вами». Он не хочет позволить мне идти с вами. И мне это напоминает, знаете, ответ одной девочки, подростка, которая выходит к своему парню на лестничную клетку или там на крыльцо и говорит: «Моя мама не отпускает меня с тобой». Знаете, какой в этом посыл? «Я бы пошла». Или как он говорит: «Я бы пошел с вами. Мне все равно, этот народ, вот мне важны деньги, и с вами я хочу тусоваться. Но я не могу, Господь мне не разрешает». То есть, иными словами, он дает этим людям понять: моя воля, она расходится с волей Божьей в данном вопросе. Ну, боюсь, не могу. И здесь написано дальше, следует такая история. Послушайте меня, дорогие друзья. Если бы Валаам им сказал: «Да как смеете вы предлагать мне такое?» То есть, если бы он решительно отверг всякую корысть, всякие вот эти, знаете, почести, они бы больше к нему не пришли никогда. Если бы он сказал: «Как смеете вы предлагать мне что-то манипулировать с Божьим народом, что-то даже думать о том, что из-за того, что у этого народа что-то будет не так, у меня будет так». Но в том-то и дело, что Валаам, он своим поведением дал князьям этим понять, что в принципе он не против, но только Господь не разрешает. И поэтому они атаковали его снова. Знаешь, я тебе хочу сказать, дорогой друг, если ты большой помазанник, если Бог тебе дал большое служение, если тебя Бог призвал, никогда, никогда, вот знаете, вот это показывается уровень мыслей и слов, дел и внутреннего состояния. Не то, что ты должен отказаться от искушений, не то, что ты должен не торговаться, не попытаться стать на такой путь, что возлюбить деньги больше, чем дело Божье. Вопрос в том, что тебе надо искоренить эти даже мысли из себя. Потому что дьявол, он все равно видит, что если твоя воля хоть в чем-то расходится с тем, что говорит тебе Бог, он тебя все равно доконает рано или поздно. И здесь случилось то же самое. Они смекнули. Он сказал: «Я бы пошел, но Бог мне не разрешает». Значит, он хочет пойти. Значит, что нужно сделать? Умножить давление. И помазанники Божьи, они всегда попадают под давление. И самое большое давление — это то, что дьявол предлагал Иисусу в пустыне. Он ему предлагал власть. Он говорит: «Царство мира», то есть влияние, деньги, да, то есть все, все одно и то же. И что сделал царь языческий? Здесь написано в 15 стихе, что этот царь послал князей более и знаменитее тех. То есть они были больше, они были более знамениты. То есть это были очень важные люди. Царь не был глупым. Он понял, что нужно для того, чтобы дожать этого помазанника. И он говорит: эти князья приходят к Валааму и говорит: «Не откажись прийти». То есть иди к царю, поговори. Здесь написано, он ему предлагает. Говорит: «Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди, прокляни мне этот народ». И то, что моавитский царь языческий сделал правильную ставку, как давить этого помазанника, следует из того, что делает дальше этот помазанник. И вот этот помазанник, он им отвечает, он говорит, 18-19 стих: «Хоть бы вы давали мне полный дом, золото и серебра». Это работает четвертое измерение, он уже видит, что могут дать все, что не пожелаю. Говорит: «Ну, не могу, я ж вам уже сказал, что Господь мне не разрешает, я не могу без Него это сделать». И 19 стих, внимание: «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И хочется спросить этого Валаама: а что ты еще хочешь услышать? Дорогой Валаам, тебе что, не ясно было сказано? Не заигрывай с политиками, не заигрывай с этими деньгами, не надо тебе на них смотреть вообще, не надо тебе думать, чтобы использовать церковь для того, чтобы тебе нажить эти деньги. Ну, потому что он и использовал конкретно, речь шла о народе Божьем, это было взаимосвязано.
И 20 стих говорит, я уже сейчас подвигаюсь на вторую ступень. Вот Бог ему сказал однажды ясно и четко свою волю. И вот пошла лестница падения. Вторая стадия разговоров, переговоров помазанника с Богом. По поводу церкви, по поводу денег, по поводу знаменитых людей, статусности, положения, авторитетности. Вот он ему говорит. Написано, и пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему. И тут Божья риторика, она меняется. То есть он говорит уже не так строго. Заметьте. Что когда Валаамы настаивают на своем, Бог перестает с ними говорить строго. Он им говорит иногда даже то, что они готовы услышать. И вот Бог ему говорит, если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними. То есть Бог передумал. Он говорит, да иди. Но только делай то, что я буду говорить тебе. Бог дает два указания. Он говорит, первое, это разрешение, говорит, ты можешь с ними идти, ну типа делай как хочешь. Но делай то, что я тебе сказал. Кажется, делай, что хочешь, но делай, что я тебе сказал. А что он сказал? Ну, он ему уже сказал не ходить. Иными словами, он говорит, можешь идти, но помни, я сказал не ходить. Но Валаам услышал то, что ему надо было. А, можно идти. Вау! Это было для него ответом от Бога. Заметь, это Бог ему сказал. Если бы он отчитывался перед своими помощниками или в церкви, он сказал, Бог мне сказал. Иди, общайся с политиками, добывай деньги. Это все касается того, что Божья воля за то, чтобы ты процветал, Божья воля, чтобы ты подымался, чтобы имя твое... Они еще даже могут сказать, это все для Евангелия. Мы к этому еще вернемся. И здесь написано, что он встал и пошел с ними. Несмотря на то, что он знал прекрасно, первая Божья воля. Я тебе даже отвлекаюсь немножко от этой темы, дорогой друг, скажу. Святой Дух говорит, самый первый. Он и есть первый, кто говорит, и последний. То есть будь внимателен к тому, что ты слышишь на свои вопросы к Богу самый первый раз. Когда ты начинаешь у Бога переспрашивать, или сомневаться, или колебаться, большая вероятность, что ты таки услышишь то, что хочешь услышать. Но Бог это не благословит. Он тебе просто скажет, я тебе дал свободную волю. Ну иди, если хочешь, иди. И часто помазанники, они вымаливают себе ответ, они высекают себе ответы, такие, как они хотят. Они стоят в образе, они видят это золото, они видят эту политику и говорят, это моя судьба. И Бог говорит, да иди, хорошо, это твоя судьба. И они идут. И здесь написано, что как только он пошел, 22 стих говорит, воспылал Божий гнев. Знаете за что? Написано, за то, что он пошел. Это подтверждение того, что я вам сейчас сказал. Что он ему разрешил идти. Сказал, ну иди, если хочешь, но ты же знаешь, я сказал не ходить. И как, искусил его, посмотрел, пойдет или не пойдет. Ну что ты к этому золоту прицепился? И он пошел. И Божий гнев воспылал. И написано, что дальше Бог послал своего ангела препятствовать ему на дороге. То есть, что написано? Бог гордым противится, да? Он вышлет обязательно какое-то препятствие, чтобы ты увидел, внимание, чтобы до тебя дошло, что Бог уже тебе противится. Не иди! И здесь описывается такая история, вот это за осла. Осел, который, на котором ехал Валаам, он вдруг прозрел. Бывает, что просто возле такого великого человека есть какой-то ослик трудолюбивый, который вдруг говорит, мы не туда идем, нам не надо туда идти, давайте Евангелие проповедовать в простоте, не надо нам эти величия, не надо нам это все, давайте будем просто делать. Знаете, как Иисус въехал на осле, и почему-то с Иисусом осел не разговаривал, а вот с Валаамом разговаривал. И... это, до этого осла дошло, он прозрел, увидел, что идти нельзя, потому что мы идем на погибель. Стоит ангел с мечом, готовый поразить. Там прямо он увидел его возле дороги. И он стал упираться, уклоняться. И как часто бывает, вот таких умных ослов, вот эти помазанники бить начинают. Ты что там, больше всех знаешь, у тебя что тут? Я помазанник, а ты кто такой? И он, короче, бил этого осла, и вдруг осел заговорил. И сказал ему ангел Господень, за что ты бил ослицу твою? Вот уже три раза. Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе. Иными словами, он говорит, тебе не ослы мешают. Это я тебе противлюсь.
Он говорит, я вышел, чтобы тебе препятствовать, потому что путь твой не прав передо мной. И говорит, я убил бы тебя, если бы она не свернула. Я тебе хочу сказать, что если ты стоишь на этой лестнице, где ты уже перегибаешь, где ты уже начинаешь думать о своем, берегись. И вот что отвечает Валаам. Я теперь хочу сказать, что его ответ отражает его состояние перед Богом. Оно уже начало меняться очень сильно, вообще прогрессировать в плохую сторону. Он говорит, согрешил я, 34 стих. Ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Вся проблема людей, помазанных служителей, они часто не знают, что Бог уже против них. Из-за их греха, из-за их своеволи, из-за того, что они повелись на те вещи, на которые они даже размышлять не должны были. И они не знают, этот помазанник, он говорит, а я не знал, что ты против меня. То есть он говорит, ты же мне разрешил идти. Раз ты разрешил, в начале своего пути я знал, что такие вещи нельзя делать. Но потом я молился, может быть, возрос в вере, стал более чутко слышать твой голос. Ты же мне разрешил. Это нас приводит к мысли о том, что иногда люди, которые думают, что чем больше я вырастаю в вере, тем больше грех, он уже как бы для меня и не грех. Грех, дорогой друг, он для всех грех. И из этой уже начавшейся нехорошей истории мы видим, какие бывают виды отношений с Богом. Первое, где он тебе строго и понятно и четко говорит о своей воле. Вторая, где он уже считается с твоей волей, попускает тебе какие-то вещи делать, но уже гнев возгорается внутри него. Я же сказал. Третья стадия отношений, когда он становится с мечом против тебя, чтобы тебя не пустить. И сказал ангел Господень Валааму, «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валааковыми. И здесь я хочу что-то сказать, что произошло во взаимоотношениях Валаама с Богом. Именно в этом моменте, когда ослица останавливала безумие пророка, то есть Петр конкретно говорит, этот человек дошел до безумия. Вот это была точка безумия. Когда вместо уже Бога он начал говорить со слом. И здесь Бог начинает с ним обращаться, как с безумным человеком. Знаете, вот есть в посланиях апостола есть такое понимание, как использование Богом сосудов. Одних для чести, то есть сосуд в чести, да? А других по иному назначению. И вот назначение этого человека – это показать безумие, показать падение, показать глубину того, что может произойти с человеком, несмотря на его высокое призвание. То есть здесь уже Бог использует его совершенно для других вещей. Он уже говорит с ним, как с безумным человеком. То есть, заметьте, в этой истории было и то, как он ему строго говорил, и то, как он ему попустил, и так, как ему противился. А теперь он ему все разрешает. Он говорит, иди, говори, что я тебе буду говорить, но с ними иди. И написано, что он с ними пошел. И вышел к нему этот царь навстречу, там начал ему почести оказывать. И вот что они стали делать. Они стали заниматься оккультизмом. И четвертая стадия отношений Валаама с Богом, это уже стадия безумных отношений. Он ему говорит, иди с князьями, там, все, делайте. Да, там. Но тем не менее, Бог, знаешь, как свой дар от него не отнял. Он говорит, ты все равно будешь говорить то, что я скажу. Ну иди. И тут, знаете, начинается вот реально, я когда смотрю на эту историю, у меня закипает разум. Я думаю, с одной стороны, Бог вкладывает в него слова. Как мы знаем из дальнейшей истории, он продолжал говорить благословение на Божий народ. С другой стороны, он ему разрешил делать то, что не разрешал раньше. И что делает Валаам? Вот это называется, вот, друзья, когда Бог с тобой разговаривает, он дает тебе дары, он дает тебе для служения, он продолжает тебя как двигать в своем призвании. Но в то же время он тебе разрешает делать все, что тебе захочется. Обычно такие люди, они говорят, ну Давид там грешил, но служил Богу, и все с ним было нормально. И они оправдывают свой грех тем, что они продолжают служить в дарах. Это безумие. Вот Библия нам говорит, это безумие просто. Это сыны проклятия, которые идут по следам Валаама.
И здесь рассказывается, что этот царь языческий заводит его на гору, где поклонялись Ваалу. Здесь так и написано, 41 стих 22 главы чисел. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Иными словами, он его приводит на гору, где поклоняются дьяволу, Ваалу. И говорит, вот посмотри на народ. В это же время, написано в 40 стихе, что заколол этот царь волов, овец, там, то есть они приготовили такой жертвенничек. Да, то есть они принесли этих жертвенных животных, завели его на гору, где поклонялись Ваалу. И говорит ему, вот пророк говорит этому царю, слушайте внимательно, построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов. И знаете, что интересно? Он не говорит, давай Господу построим жертвенник. Говорит, построй Господу жертвенник. Он говорит, мне. Он понимал, что Богу этот жертвенник не надо, потому что он сюда пришел не для того, чтобы сделать его волю. И вот рисуется такая картина. Он делал это не раз. Дважды они делали эти жертвенники. Сразу хочу сказать, один раз на горе, где поклонялись Ваалу, а второй раз на горе, где поклонялись Фигору. Это тоже языческое дьявольское божество. Каждый раз они его заводили на какую-то гору, строили там жертвенник. И вот рисовалась такая картина. Перед лицом Валаама был Божий народ, публика. Позади моавитские князья. И он там жертвенники устраивает. Он там жертвенники устраивает. Он не говорит, что это Господу. Он говорит, построй мне здесь жертвенник. А дальше описывается история в 23 главе, 4 стихе. И встретился Бог с Валаамом. И вдруг Валаам ему говорит, 7 жертвенников устроил я и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. Он начинает подкупать Бога. Где? На горе, где поклоняются дьяволу. Построил жертвенники. Этим сказал, что ты их построй мне здесь жертвенники. А Богу говорит, это же я тебе. Где? На дьявольской горе, куда тебя привели моавитские князья? Какой жертвенник? Кому жертвенник? Он и нигде не говорит об этом. Ну, Бог как бы игнорирует это, говорит, хорошо. И написано в 5 стихе. Вот это меня поражает больше всего. И вложил Господь в уста Валаамова слово. Не дьявол вложил. Не какой-то этот бес, который на горе на это обитал. Господь встретился на жертвеннике со своим пророком, несмотря на то, что эта гора была предназначена для приношения жертв сатане. И Бог поступает по верности своей. Знаете, в Библии написано, есть конкретная истина о том, что если даже мы пребываем неверны, Бог пребывает верен. И вот в данной ситуации Бог оставался верен. Кому оставался верен? Продолжал даже оставаться верен вот этому безумному пророку. Он продолжал вкладывать в него его, ну, Слово Божье, благословение для народа, на которому он выходил. И этот человек, вместо проклятия, на которое подбивали его моавитские князья, он произносит нормальную проповедь, там написано притчу, говорит, я не прокляну, Бог любит Израиль, все нормально, Израиль это великий, ну, народ. И представьте вот эту картину. До чего она похожа? Сзади стоят моавитские князья. Сзади стоит жертвенник, которого цель вообще завладевание деньгами и влиянием. А впереди Божий народ. Вот я так сам себе думаю. Ну какая интересная картина. Со стороны зала смотришь на сцену. Божий жертвенник стоит. Молится пророк. Зайди за сцену, смотришь, моавитские князья стоят с золотом. Думаешь, что за вообще, кому служит этот человек? Вот так оно бывает в жизни. Но моавитские князья просто так не сдались. Им нужно было победить. Они уже взяли в оборот. Они видят, что этот одержим похотью к деньгам. Уже все, они его взяли. И эти князья, они всплеснули руками и говорят, что ты делаешь? Мы тебя для чего наняли? И Валаам, послушайте теперь, и Валаам начинает евангелизировать политиков. Он говорит, ребята, я вам говорил, Господь не человек, чтобы ему меняться.
Вот он здесь конкретно говорит, в 19 стихе, 23 главе. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сыны человеческие, чтобы ему меняться. Он ли скажет и не сделает, будет ли говорить и не исполнит». Знаете, как в Новом Завете это звучит? Ребята, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменится, Он святой. И эти стоят на него, смотрят, думают, ну мы же тебя уговорили пойти. А он считает, что он с политиками Евангелием занимается. То есть он сам себя обманывает. Думает, и мне хочется сказать, помазанник дорогой, так ты себе, ты скажи, что Бог не меняется. Ты ж уже трижды менял мнение Бога. Ты ж уже трижды менял его волю в отношении себя, ради своей корысти. Не хочешь ли ты себе эту проповедь сказать, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же? То, что он называл грехом в начале твоего служения, он и сегодня называет это грехом. Тебе не его мнение о себе менять надо. Тебе покаяние надо. Тебе отвернуться от твоих злых дел надо. А ты проповедуешь то, что должен проповедовать себе прежде всего. А не политикам. Не Евангелие, под видом Евангелия вести какие-то разговоры там наверху. Поэтому иногда, дорогие друзья, служение таких людей, оно настолько многогранно. Я имею в виду, что если ты посмотришь на него со стороны зала, ты увидишь одно. Если ты посмотришь со стороны закулисья, ты увидишь там моавитских князей. Если ты поговоришь с самим Валаамом, он тебе еще наставит и на путь истины, как тебе нужно верить в Бога. И расскажет тебе, какой Иисус, он не меняется ни вчера, ни сегодня. На самом деле, в отношении себя они так не думают. И они ему говорят, давай ты нам послужи вот на горе, где мы поклоняемся Ваалу. Потом они его ведут на другую гору, говорят, вот здесь мы поклоняемся Фигору. Ну это тот же дьявол, только вид сбоку. И они говорят, давай теперь отсюда. То есть сцены разные, но суть понятна, одна и та же. Деньги сзади, политики сзади, неважно где, неважно что, неважно в какой стране, все, впереди в зале Божий народ, сзади моавитские князья, и он тут изрекает Божье слово. Голова может закружиться. И я хочу сказать, ответить на этот вопрос, а сам Валаам вообще понимал, в какой он позиции находится? Мне хочется думать иногда, здесь написано, что... Помните, как мы читали в послании Петра, что он заблудился, сошел с пути. И вот если бы на этом все закончилось, было бы хорошо. Но там написано, что он начал делать беззаконие. А что такое беззаконие? Беззаконие – это что-то сознательное. То, что ты знаешь, это делать нельзя, но ты это делаешь. И Библия это называет беззаконие и, как следствие, безумие. Ты сошел с ума, Валаам. И здесь написано, что Валаам понимал свое состояние. И я тебе хочу сказать, почему. Когда он выходил к народу для того, чтобы пророчествовать, для того, чтобы двигаться в дарах, послушай, что он говорил о себе. 24 глава чисел, 15-16 стих. «И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, говорит муж с открытым оком». То есть он, как это, по Новому Заветнему он различал духовный мир, да? Говорит, слышащий слова Божьи, слышал Бога, имеющий ведение от Всевышнего, знание там, понимание, и написано, который видит видение всемогущего. То есть ему ничего не составляло труда видеть образы, там, язык Святого Духа, да, там, концентрированные образы, там, разные образы. А дальше он говорит такую фразу. Падает, о себе говорит, падает, но открыты очи его. Валаам хорошо понял, что он уже допрыгался. Он говорит о себе, я вижу видение, я все знаю духовный мир. Как апостол Павел, он говорит, знаю все тайны так, что могу и горы передвигать. Но я понимаю, что я все, мне конец. Падает, но открыты очи его. Вот это состояние безумных Валаамов, по следам которых идут многие большие помазанники. Они понимают, что ну все, мне конец. Я уже допрыгался, я уже в оккультизме, я уже тут жертвы какие-то делаю, такие, что непонятно вообще, что с политиками заигрываю. Деньги для меня все, уже поселилось это в сердце. Говорит, я понимаю свое падение, я помню, как Бог мне противился. Я помню, как он выходил уже с мечом на мою дорогу. Я помню, как он в гнев его возгорался, что я не то делаю. Но я все равно это делаю. Я не могу остановиться. И он говорит, падает, но открыты очи его.
Он говорит это дважды, 4 стих, 16 стих, 24 главы чисел. И он там пророчествует. Итак, безумный пророк, он о себе говорит, падает, но открыты очи его. То есть он все еще считал, дорогие друзья, он осознавал, что он падает, но он не понял, а его безумие не позволило ему увидеть одной вещи, что он не падает, а упал. Он уже просто был полностью в падении, он не падал, уже процесс он был полностью завершенным. Когда человек Божий начинает заниматься этими вещами безумными, он уже упал. И это ответ всем тем людям, которые задают сегодня такие вопросы. Как падший человек, безумный, сошедший с дороги, может двигаться в дарах? Как через него могут происходить исцеления? Знаете, дорогие друзья, я вам хочу сказать. Исцеление, освобождение, разрушение проклятий, другие какие-то вещи от Бога, которые приходят на церковь. Все это можно назвать одним словом, и мы его называем благословение. И что делал Валаам? Он выходил и благословлял народ. Почему? Потому что Бог в него это вкладывал. Бог продолжал в него это вкладывать. И это ответ сегодня всем тем, кто говорит, как Бог может помазать мусорный бак? Или там, как через что-то нечистое может происходить чудесное? Может. Дорогие друзья, Бог может говорить через Валаама, Он может говорить через осла. Иисус вообще сказал, что если дети замолчат, камни заговорят. Понимаете? Для Бога вообще не проблема, чтобы через кого-то говорить. И Он может использовать кого угодно. Камень, осла, Валаама, безумного пророка, великого помазанника. И люди, которые говорят, почему бесы выходят, почему исцеления происходят на служениях людей, о которых есть понимание, что эти люди, они уже пали или отступили от Бога. Это вообще не проблема. Я всегда привожу этот пример. Кольцо на пальце женщины, пусть даже оно с бриллиантом, оно может с таким бриллиантом быть, что всех озаряет вокруг, удивляет, шокирует. Но кольцо на пальце – это признак того, что когда-то в результате отношений ей было подарено это, как знак завета, как знак там, союза. Ну, если эта женщина сегодня, например, она бросила своего мужа, она может вообще стала там проституцией заниматься, а кольцо не снимает. Люди смотрят на нее и говорят, замужняя женщина, кольцо на пальце. Но это кольцо, это не признак того, что у нее есть отношения с мужем. Это кольцо признак подарка. И сегодня это кольцо свидетельствует только о подарке. Оно не свидетельствует о муже. В лучшем случае оно свидетельствует о том, что когда-то были отношения. А для того, чтобы узнать, есть ли сейчас отношения, то надо в это вникнуть. Поэтому дары, которые непреложны, Бог их дает сегодня каким-то помазанникам, возможно, в результате отношения, призвания, все. А когда-то они были хороши. Почему? Здесь написано, что Валаам, он сошел с пути, заблудился. Значит что? Когда-то он стоял на пути, получил этот дар, получил это призвание, но обезумел. Сошел, заблудился, впал в беззаконие, стал заниматься. Кольцо никуда не делось, дары никуда не делись. И что ждет этого человека? Его ждет отверженность. Это тот момент, о котором Иисус говорил, что многие мне скажут, бесов изгоняли, больных исцеляли, но я скажу им, никогда не знал вас. Почему никогда не знал? Не потому, что Иисус кого-то когда-то не знал, а потому, что он не захотел знать, он отвергает таких людей. И сегодня мы, когда говорим за благословение, которое происходило из уст Валаама в отношении Божьего народа, у него есть еще одна причина. И сегодня я не могу пропустить это. Я хочу сказать сегодня, кто-то говорит, но через такого вот Валаама в мою жизнь пришло благословение. И я тебе хочу сказать, есть еще одна причина, почему в твою жизнь приходит такое благословение. 24 глава книги чисел, во втором стихе говорится следующие слова. «И взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий». И вот эта причина, это еще одна причина, почему народ Божий благословен. Почему позволяется, независимо от того, кто там поднимается на сцену, или еще какие-то, есть вещи, о которых здесь сказано, народ Божий, и на нем Дух Божий. И до тех пор, пока на тебе Божий Дух, дорогой мой друг, никакое проклятие Валаама, он выходил их проклинать,
Но он не мог их проклясть. Знаешь, вот есть такие разговоры, что какой-то помазанник может меня проклясть. Вот он, как, ну, как в этой истории, он выходил проклинать, но у него ничего не получалось. Из этой всей истории ты можешь видеть одно. Только языческий царь верил, что этот помазанник может проклясть Божий народ. То есть, если ты сегодня веришь, что Божье проклятие может прийти на твою жизнь из-за того, что помазанник его скажет, если на тебе только нет Божьего Духа, только тогда может это произойти. Или у тебя языческое мышление. Посмотри на эти вещи. Только языческий царь верил, что этот Божий пророк может проклясть Божий народ, Израиль. И дальше описывается такая история, что говорится об этом пророке, что он понял, что проклясть не получится. И что он сделал? Он сказал этому языческому царю: Божий дух на этом народе, не получится его проклясть. Но если вы введете в грех этот народ, тогда все получится, сам Бог отвернется от них. Какой мы можем вывод из этого сделать? Никакие проклятия так называемых помазанников, они в твоей жизни не будут работать до тех пор, пока на тебе есть Божий Дух. Им главное ввести тебя в грех. И если ты думаешь, что эти валаамы, они будут тебя тянуть к каким-то женщинам или в какой-то там грех такой явный. Нет. Им самое главное, чтобы ты ослушался Святого Духа, чтобы Дух Святой перестал пребывать на твоей жизни. Им самое главное доказать тебе, что никаких там личных отношений у тебя нет. Вся твоя благословенная или проклятая жизнь, это она от меня зависит. Это я могу разрушить на тебе проклятие, а я могу наслать на тебя проклятие, а я могу сделать так, что придет помазание, а я могу сделать так, что уйдет помазание. Вот эти все вещи, они работают только с людьми, на которых самих личного помазания нет. Либо это люди, которые язычники, они верят, что вот какие-то отдельные избранники, вот они решают все. На самом деле решает в твоей жизни все, есть ли Дух Божий на тебе. Вот говорится, он посмотрел, говорит, и Дух Божий на них. И когда он увидел на них Божий Дух, он говорит, я ничего не могу сделать. Вам нужно сделать так, чтобы Дух ушел. Дух Святой, чтобы ушел. Тогда все получится, тогда вы их победите. Именно об этом говорил Иисус. В книге Откровения, во 2 главе, в 14 стихе, есть его суждение об этом и суждение Иисуса, где он называет вот эту позицию Валаама учением. Посмотрите, он говорит одному из пасторов, говорит, имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаамова. Учение? Какое учение придумал Валаам? Говорит, он научил ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они... Вот две вещи, в которые вводят вот такие Валаамы. Первое. Ели идоложертвенное, вот то, что я сейчас скажу, дорогие друзья, это очень важно, касается каждого человека. Он говорит, что эти валаамы, они что делают? Они вводят людей в два греха основных. Первое, чтобы они ели идоложертвенное, и второе, чтобы они любодействовали. Ты можешь сказать, ну я не ел идоложертвенного, но я хочу тебе сказать, как можно посмотреть на этот вопрос со стороны глубокой духовной истины. Например, притча 18 глава, 20 стих говорится, «От плода уст человека наполняется его чрево, и произведением своих уст он насыщается». То есть то, что ты говоришь, это как ты ешь. И если ты сегодня, твои уста произносят хвалу человеку, если твои сегодня уста восхваляют человека, если они превозносят человека, неважно, каким он там валаамом, помазанником и крутым человеком является, каким авторитетным. Еще раз говорю, если твои слова, уста сегодня славят человека, этим насыщается твоя внутренность, и это является идоложертвенным. Твоя внутренность должна насыщаться от хвалы Богу, от слов авторитета Божьего, не превозношение человека. Если ты сегодня превозносишь человека, ты ешь идоложертвенное. Ты насытишь свою внутренность вот этими словами своих уст, которые предназначены не Богу. Это страшные вещи. Это тебя отлучит от Святого Духа и сделает слабым. Дальше здесь написано «любодействовали». Ели идоложертвенное и любодействовали. Это две вещи, на которые направлено учение вот таких валаамов. Зачем им это надо? Они хотят сделать народ слабым, зависящим от своих слов. Для чего? Прибыль, влияние, деньги.
Они хотят сделать так, чтобы народ был слаб и зависел только от них, от их благословения, от их проклятия. И для этого нужен, чтобы на народе перестал пребывать Святой Дух. И они для этого делают, еще раз говорю, идоложертвенное. Это заставит тебя хвалить человека, а не Бога. И ты насытишься этим, сделаешься слабым. И второе, любодействовать. Что такое любодействовать? Если ты сегодня угождаешь человеку, а не Богу. Еще раз говорю, если ты сегодня угождаешь человеку, а не Богу. Ты любодействуешь по отношению к Святому Духу с этим человеком. То есть вы там вдвоем, может ты его помощник, может ты его подчиненный, если ты там преклоняешься перед ним, ты любодействуешь против Святого Духа, он уйдет от тебя. Ты сделаешься слабым, открытым, и еще большее влияние этот Валаам получит на тебя. Иисус, он не хочет этого, он говорит этому пастору церкви, говорит, сделай так, чтобы это учение не именовалось. Если в твоей церкви пропагандируется какое-то имя человека, если там пропагандируется, что угождать надо прежде всего лидеру, и он знает, что делать, это безумие. Иисус говорит, это учение Валаама, это то, что ведет в соблазн людей, это то, что сделает их открытыми. И здесь так случилось. Когда они стали это делать, мы возвращаемся к этой истории. Здесь написано, 25 глава чисел, третий стих, здесь написано, «И прилепился Израиль, внимание, к кому? К Ваал-Фигору». Ваал и Фигор – это две горы, где закладывались эти жертвенники. И они не работали до тех пор, пока Дух Божий был на Израиле. Проклятие не могло достигнуть этих людей. Но как только сердца их научились вот этим идольским вещам, написано дальше, «Воспламенился гнев Господень на Израиля». Ты находишься в церкви, видишь поражение на своей жизни. Подумай, не поклоняешься ты лидеру. Подумай, не любодействуешь ли ты, угождая этому лидеру. Не восхваляют ли твои уста какого-то великого человека, лидера. Я тебе еще раз говорю, гнев Господень возгорается на эти вещи. Иисус говорит, имею против тебя, что есть такое учение. Когда ты начинаешь восхвалять кого-то, или когда ты начинаешь кому-то угождать. И поэтому я хочу тебе сказать, если ты в очаровании перед человеком, если ты вот эти все вещи делаешь, тебе надо это оставить. Знаешь, что произойдет дальше? Когда твои уста начнут хвалить только Бога, когда твоя жизнь начнет превозносить и послушаться Божьему Слову, конечно, это Божье Слово может исходить из уст людей и помазанников, но следи за тем, чтобы превозносилось и исполнялось Божье Слово. Когда ты перестанешь есть это идоложертвенное, вот этими устами своими хвалить кого-то, кроме Бога, когда ты перестанешь угождать человеку, а начнешь угождать Богу, знаешь, что произойдет? На тебе снова появится Божий Дух. Вернется сила для победы. Здесь в этой истории написано, что Моисей, когда увидел это бедственное положение, что жертвенники эти дьявольские, они заработали в жизни людей, гнев Божий воспламенился, он произвел очищение народа. Прикончил там кого надо. То есть, иными словами, очистился народ от этой гадости, и снова вернулась сила. И знаешь, что произошло дальше? Они вломились в этот город, они взяли его. И самое интересное, что они сделали, они убили этого Валаама. То есть, они сбросили со своей головы человека, который нес проклятие в их жизнь, научил их этому учению. И сегодня, когда, знаешь, вот такие Валаамы, они хотят сказать, так это бунт, это я ж Божий человек, послушай. Если тебя, вот Иисус говорит, я имею против тебя, если тебе дают такое учение. Ты хочешь, чтобы Иисус имел против тебя? Или чтобы Валаам был твоим хозяином? Определись, дорогой друг. Я тебе хочу сказать, сила вернется. Отношения с Богом вернутся. Сбрось этого Валаама с себя. Будь смелым. Вернись в то состояние первой любви, которое тебе Бог давал. Без всех этих, знаешь, благословений со стороны человека в твой адрес, от которых ты сделал себя зависимым. Ты уже благословенный. Ты уже признанный Богом. Ты не нуждаешься в том, чтобы кто-то тебе манипулировал тобою. И хочу подытожить и сказать, что Валаам был человеком, призванным Богом. Он шел по прямому пути. Но однажды его желание заигрывать с деньгами, заигрывать с влиянием, заигрывать с авторитетом, с политикой. Написано, что он заблудился. И то, что мы сегодня рассмотрели, это и есть следы Валаама. Не иди по этим следам. Вот эти четыре ступени его отношения с Богом, вот это следы. Из них правильный был только один. Когда он спрашивал Бога, и Бог ему отвечал конкретно. Вот за эти моменты держись.
Если ты начнешь искать своего, ты станешь таким человеком, который пошел по этим следам. Я думаю, что это общение, оно сегодня у нас было очень назидательным, содержательным. Подумайте, послушайте еще раз. Сделайте выводы в отношении себя. В этой истории, знаете, не только те, кто идут по следам Валаама. Есть еще люди, которые подчиняются таким Валаамам. Проанализируй, дорогой друг, выйди из-под этого влияния. И пусть Святой Дух пребывает на тебе во все дни твоей жизни. Я благословляю тебя. До встречи.